Как мы уже сказали, эти выходные стали победными и для наших теннисисток. Сборная Беларуси в сухую разгромила команду Германии и вышла в полуфинал мировой группы Кубка Федерации. Уже известно, с кем поспорит наша команда в полуфинале за трофей неофициального чемпионата мира. Австралия, которая этой ночью победила США 3-2. Матч второго раунда мировой группы Австралия-Беларусь состоится 20 и 21 апреля. Интересно, что ранее эти сборные не пересекались на кортах этого турнира. Вторую полуфинальную пару составили Франция и Румыния. Напомню, в субботу в Брауншвейге Александра Соснович обыграла Татьяну Марию. Следом Марина Соболенко не оставила шансов Андрея Петкович. В воскресенье девятая ракетка мира разгромила Лауру Зигемунд и обеспечила участие белорусской команде в полуфинале Кубка Федерации. Затем и наша пара Виктория Азаренко, Лидия Морозова нанесла поражение Моне Бартель и Анне Лене Грёнефельд. Девчонки великолепно справились со своей задачей, полностью все мои установки выполнили. И действительно получился такой добротный, уверенный матч. И плюс как-то где-то так 4-0, ну, как-то даже в какой-то мере неудобно перед все-таки немецкой публикой, немецкой командой, поэтому так скромно, аккуратно радовались. Выступать в полуфинальном матче, для меня это будет честь, это для меня будет первый раз вообще играть, потому что вообще сегодня был для меня первый матч в мировой группе. Весь этот путь был проделан с потом и с кровью, поэтому я очень рада, что у нас будет возможность еще раз побороться за Кубок Федерации. Достаточно сплоченная команда. Это хорошо, то есть нет каких-то прям совсем откровенных войн, междоусобиц внутренних. Скамейка достаточно длинная, это тоже очень хорошо, потому что всегда на протяжении сезона все могут быть готовы к игре. Ну, есть, конечно, команды, которые могут заставить попотеть сейчас. И Австралия, и Америка достаточно опасные. Эти девочки будут играть, они будут получать этот опыт, они будут, скажем так, матереть немножко, будут лучше выступать под давлением. Я думаю, что в течение нескольких лет у них есть хорошие шансы выиграть этот турнир. Наши спортсменки продолжат готовиться к матчу Кубка Федерации на личных турнирах. Александра Соснович уже завтра сыграет в Дохе в соперницах китаянка Се Шувей. Соснович в мировом рейтинге 33-я, Шувей на две строчки выше.